Բարև բոլորին, շարունակում ենք Ժորժիան Բայոշոկ 2 խաղի անցումը, ուրեմն նախորդ մասում մենք Տենենբաումի հետ պետք է հանդիպենք, հանդիպանք, մի քանի հրահանգներ էին տվել մեզ արդեն, որը այս մասում արդեն կկատարենք, նույն իրախոսակցությունից հետո պարզ դարա, որ այս քաղաքում, որ նոր արդեն քաոսի մեջ է, որոշ մարդիկ կան, որ օգնության կարիք ունեն, Տենենբաումը այդ աղջիկն էր, որի հետ մենք հանդիպել ենք. Տենենբաումը մի ուղևորվել է աղջիկներին ժողովրդին օգնելու համար, իսկ մեր առաջադրանքը ներկա պահին կայանում է նրանում, որ դի տեղափոխվենք մի անվտանգ տարածք ու այդ հարցում մեզ օգնելու է Տենենբաումի նշանակած մարդը, բայց մինչև հայտնվել է տարածք, նախ պետք է ակտիվացնենք էլեկտրաէներգիան, որովհետև կարողանանք գնացքի օգնությամբ հասնենք նշված տարածքը։ Ու սկսենք ժողջան, ստեն իշկանով ես հասկծը, այ, սպես նա զազվելի բանում կա, ոչ ընչացն ունենք իրան, թե չէ մեր երևի շատ ճղայն բաներ կղերգին։ Սա քարու քան դերը։ Սանք լավ պան են իմ ճալոց, պամպուշտանաման պաներ են էլի, սինչ է։ Համաս ուն սալակով արդեն տված է մեզ, թե որ ուղության պետի շարժվենք, բայց մինչև էդ ուղությանը շարժվելա, նրադեն ուծուն մասիրենք, թե ինչ կա չկակ, վերցնենք ոգտագար պաները, որդև չենք գրայի Միշկրա սպասվի արջևում։ Ես կնացքի մասին է խոսկրելի, ակտիվացնենք պրի ու շարժվենք առաջ։ Ջերը մինչով ատաժը մե պահամսեցի երևի տան մեզի մենք կշենք, ենը չէ։ Эй, потише, лучше притормози, если, конечно, не хочешь врезаться в ледник прямо по курсу. Սինկլերը այդ մարդն է, ով Տենենբաումը նշանակել է, որ իբր պետք է օգնի մեզի։ Մենք տանք այս Սինկլերին հանդիպինք։ Как видишь, командир, вся станция покрыта льдом. Чтобы добраться до Элеонора Лэм в штаб-квартире Фонтейна, нам нужно расчистить себе путь. Чтобы расплавить этот лед, тебе понадобится плазмит, горячий как адское пламя. У нас был отличный товар под названием «Сожжение». Мы продавали его в парке развлечений, вон там. Найди способ попасть внутрь. Я же на всех этих аттракционах уже побывал. Ну, вот здесь билет. О, билет абриканный, кормов, карана, консник. Сколько у меня пагия? Նաստրուկեքից ես գրավիկան մեկ փոքր իչի ծրել եմ, այսինքն մեկ փոքր չէ, որոշ պաներ իչի ծրել եմ, որովհետև շատ լուշ բադ ունի ես խաղը ու կապչունի կու համակարգիչը շատ հզոր է, միջին համակարգիչը, թե թուլ համակարգիչը ծանգացած համակարգիչի մոտ կարող է պագը հայտնվի, շատ կրիտիկական պագ է, ուրեմն ֆորումներում կարդացի, այնտեղ կառաջարկեն, որ հենց գրաֆիկայի նաստրուկեքից որոշ պաներ իջեցնենք, բայց հաստ չէ, որ այդ բագը կարող է չէ հայտնվի էլի, այս ինչ էր, will be reborn, շի, ունի նաշի սպասին, ուրեմն հաստ չէ, որ նաստրուկը կիջի ծնելուց հետո այդ բագը կարող է
Верона. Риск шарлорка на горенке, или тесенька в мишке стасик, перекеси глясенька тесенька ничего. Успехи Элеоноры поражают. Конечно, мое физическое участие в ее рождении было сведено к минимуму. Мне было жизненно важно остаться свободной от грубых природных инстинктов. Помимо прочего, я буду ее интеллектуальным прародителем, преданным не ей, а людям, которых она в итоге спасет. Но признаю, что испытываю некоторую гордость в виде ее оценки за стандартные тесты на умственные способности. Будучи действующей силой наших убеждений, она может превзойти даже меня. Сынок, редкая старая модель большого папочки. Думаю, из серии Альфа. В восторге полно таких научных декорин. И после того, как мы сумеем наладить их продажу остальному миру, справиться с твоим состоянием не составит особого труда. Как только найдем Элеонору, наши возможности станут безграничны. Модификатор экономика горючего для бура. Я кое что вести не хочу. Лорис Эгузенко, или я цари бурны. Эгузенко, не мне есть где. А макаркера в зломенный лухамаре. Не он контролится модификатор. Чек морозе, че жовчан руш. Менг чери таген, катлан зану лианоси таге, с кавака карусвац. Кабинет управляющего. Миона шана для суменг, хасанг. Равного которому еще не было в мире. А теперь я присматриваю за ним, как старый сторожевой пес. При виде моих первых механических кукол, дети заходились от восторга. Но Райан сказал, что это не солидно. Старомодно, как он выразился. Это место могло стать сказкой, а он превратил его в школу. Нет, в храм. И посвятил его самому себе. Стать мукаги, а я зенки окнутя. Зенче саркели. Сарки окнутя, прям чартинг тура. Взламатинг. Так это взять билет. Теперь ты попадешь в парк. Но чтобы купить сожжение, понадобится Адам. Это такая генетическая жидкость, позволяющая изменить то, чем наградил тебя Господь. Если помнишь, эта дурь есть у младших сестричек, так что надо будет найти одну из них. Я слышал какую-то возню возле салона Эльдорадо. Сходи, проверь. Адам прикинь. Мэри Захо. О, пулемет. Ровкастых. Перек. Ай, короче. Ай, порцент тесноким зенки. Я его зенки. Сик. Перзав. Усанка Харинг. Ура, мисс.
Одежда. Захтун тези. Добро пожаловать в парк развлечений Райана. Ставьте билет. Детям младше 3 лет скидка 50%. Билеты до Норвеж. Сынкур стехтера на их медленьки ли? Добро пожаловать в парк развлечений Райана. Желаю хорошего отдыха. Мерси. Вы нашли свой первый гений тоник. Тоники – это пассивные способности, обладающие различными полезными эффектами. В отличие от плазмидов, тоники не нужно активировать. Они начинают работать сразу после установки. В наши опасные времена полезно бить быстрее всех. Стремительнее выхватывать пушку из кобуры. Ваш враг не какой-то чокнутый мутант. Это всего лишь ваш сосед. У нас, естественно, панеркан. Активация ринг. Нет, мы здесь шаг опять пукан. Общий хавен таскум. Канага на барменке шаг. Как-то винки янцит. Однажды ночью Эндрю Райан проснулся в каюте своего межконтинентального лайнера «Олимпиец», бороздившего просторы Атлантического оборудованные для ведения масштаба. Он представил сон «Олимпиец» и вернулся на то же место. Авакинг. Джо, винишь, кто с ним подъехал авакинг? Стрешат пампушки, что вводит. Нам специально кахарца вивали, но сак пампушнер тапен кавали. Че я что тебе не? Паги тура. Сейчас когда карах туре, нам поистелило, мы изпечем. Конга цахем. Дорыду. Быстренечко. Тапады, сах тапады. За мной, отец. Мне отсюда не выйти. Тайком посылать тебе подарки. Это все, чем я могу помочь. Папочка и яшки. Предпочитаете стрельбе хороший удар? С мощным буром вы станете мастером ближнего боя. Удары буром наносят больше урона живым врагом. Ну ладно. Бурый. Ударная газовца релели. Чтобы облегчить всеобщие страдания. Говорит Элеонора Лэмп. Мама не велит мне играть с другими детьми, потому что человек человеку волк. Я хотела посмотреть на этих волков. Когда мама не было дома, я вышла, чтобы найти одного из них. И знаете что? Эти волки носят человеческие шкуры. Они точь-в-точь, как мы. Они уже на нас
Эзи Адаме петк. Пайца Адаме. Верценелю Амарнах петки папишка инспанен, курет без парт панче. Эшт панче. Сильно активационен курет без петку кахастат. Вот если курдеры. Большой папочка не станет нападать на тебя первым. Однако, чтобы добраться до младшей сестрички, тебе придется избавиться от него раз и навсегда. Найк. Если большая папочка, она или если... Ангастация. Ангастация. Сидей. Я... Если парша папишка, то он меньше ленкси, или? Мешкей бари арда гитнели спецна. Если я хум хардинг, или Адама, если я хум модель. Пайц ворбиси Адама версии, плохо вараш, когда есть товар инспанинг, или? Только мельвера чи харца, венкан жаманак, минче менк. Хитерим чи зарген, кам карак чи пасенг. Бесурмян лав хармар тишк версии. Еп, скасуменг. Отгов. Он имеет тарунок караги. Армели, хенска армели, больше магрися имеет чели. Хорош. Оп. Ой. Спонец. Райск. Товарандыш. Часенька. Помпуш не пердели, посмотрис. Помпуш не пердели, домашка на цанк. Назар ты меня разведчаки. Выдохни, сынок. Ты сделал это. Теперь позволю забраться к тебе на плечи. И она станет принимать тебе как собственному отцу. Бесеринки, они менькенькие, я по-банели. Дело на мази. В восторге полно трупов. А эти милашки чуют, есть ли в них ад. Ну и бесерин это разве это? Вы удочерили новую младшую сестричку. Нажмите и удерживайте, чтобы попросить ее отвезти вас к напоенному Адамом трупу. Раз. Адам, папа, вот там. Куда я счастлива? Идем, мистер Би, мы пропустим танец ангела. Идем, папа, он близко. А, если улетят, да? Он пушки пять к мези. Он кахалаким без шудом к перзину. Чё гетка? Чё штуканг? Карли армия мягкий чумкидек. Она нашла себе лакомство. Заклепка. Закрытые ловушки. Все, теперь заполненные серые сны. Как только она начнет высасывать Адам, аптечка, арнинг, все. Набегут мутанты.
Приготовься к этому, прежде чем опустишь ее на труп. Видишь, Адам близко. Телекинез, Танекс, Мейз, Петко. Парт. Сюда! Просто опусти ее на труп. Дитя семьи, а не игрушка, которую можно использовать и выкинуть. Будет правильно, если ты умрешь здесь и сейчас. В храме гордыни Райана появится еще одна безделица. Мутанты! Не дай им приблизиться к ней, пока она не закончит свое дело. Тогда они отстанут. Adamı hadı keyudu. Efes tuğu geçeyi kaş. Çubeyra. Чудо, я чипер заш. Без корма цепа. Эш. Я всем девочкам говорю, что у меня самый лучший папа. Пидес. Александр смечится. Пампуш, мампуш, таваки. Мерный чампин. Пужин мерным. Окчумейк. Или канадцем паладжи. Мы стали слегка богаче. Но плазмид стоит чуть больше, чем у нас есть. Продолжай. Мерным и приговорки. Сегодня загон перенес чартинг. Пошли к нам. Похоже, дети наконец уснули. И теперь в парке. Только мне одной не спится, так что поговорю-ка я с вами, мистер Дикерсон. Я и 1959 год. Интересно, что этот Новый год нам? Что? Что такое? Что-то случилось. Весь свет погас. Дети, не вылезайте из паники. Все будет хорошо. Вышел. Вышел. Повалом дышит.
цигурили варик на синче. Я вам кира хочу пескиски кцеш. Ты вышел? Поверхности собственными руками возделывает землю, строит дом и расширяет угодья. Но паразиты говорят ему: нет, все, что было твоим, теперь наш. Мы есть государство, мы есть Бог, мы древние свою долю. Где есть там кошка? Адам, папа, вот там. Ага. Я должен найти тупая железка. Ты что знаешь? Взломать я нэнкси мюзик. Да, ну что? Եթե կաբուտի վարակ տենենք սալակը, ավելի հզոր կկարագել։ Ավ պամպետ չէ։ Եվ այս մորմնսկի հանենք։ Я заперся в мастерской и остаюсь в окружении ноющего отродья, которое пытается сюда прорваться. Они хотят забрать мое оружие и еду. Но у меня есть план. Я попробую починить грузовую субмарину, что ржавеет на приколе в сервисной бухте, а потом рвану прочь из этой дыры. Этим уродам нужен восторг! Я отнюдь не ненавижу тебя, Дэйв. На самом деле, я отношусь к тебе ровно так же, как к любому другому разумному существу. Но я не могу пожертвовать тысячей своих детей ради одного мятежного сына. Ты легкий мезыш. Я перзах пампыш нере. Деве, а робота какая, где наек? Сварн, по-моему, кахин. Инч, пустый вик. Там и нах, пеш. Филих, филих. Ичи, ичи, вею. Ичи, ми кукан, или. То есть, инш канелик.
Опа. Стефанико, пужинг. Пампуш-мампуш чунг борде. Дега ми че хас не морез пужин. Да хан стац пиле. Толпеде пампуш тарн. Эхе полуны кор пампуш арн. Երեխներսի շտանդախ կհավակ ես ադամները։ Сунанка меранку. Вош полный год пампуштарник. Зато сидя жамер в халаке. Твилинг стих.
Bacaşta pampuş çıkamıyorum ben aslında ne? Daha sevgat pampuş de. Boş ki an koning. Повел чунинг. То зэхтун кези шут хаваки. Видишь, как он светится? Это я. Что тебе от него нужно? Ты не можешь меня игнорировать. И ганыри. То есть... Пистол на его вновь чингал. Tuvalin kütarını çok etti. Çok çıkı. Vay kez bu. Как это солнце на цели? Пистолов мальчика. То есть пистол на его ножку панчик ты зазвим смотреть. Эх. Тот тапфанк на нацинг. Тот езит. Спанунка имеешь на репампушечка. Если Лаксану ты поя. Папа, я всегда в безопасности. Тады зазрацаришь ты ведь. Мы нашли Адам. А, ведь он жампанка, а вот если их наймал. Она безобидна, врач.
Почти. Это может. Ты можешь! Я же стараюсь! Отпусти! Отпусти! Хорош, хорошо, джем стынк, лярви. Все, Эльмернель, что же, в общем, перц. Перц, сапкал тук. А стыл тук. Ой, веренги, а там на хаваке. Чудейра. Чудейра, арик стык. Ура, обе. Ура, мы. Ура, мы. Кишечка паруса. То есть. Разве шампанское тушудом халакис? Помпушки могут осмотреть. Пистол на его виспеди шутом пальцами. Чего, или пампушт модный на вес? Харанг стыть шутом. Сердце помпушечка модный лес. Рашки. Ну чё, перекарвен чилен. Да я ехун удей на ахтен. Да ура, кянкан туш. Мези цирк гарни. То папу что ли, солнце хэк гарвин. Ай, сах канденка мэ адам папу шчика. Тарда ту? Жаме с миссией Верайн. С Хаванчем с Ахспецной, а вы? Я хороший,
Заяровка карм, пискульный рот. Он как уже не охранял. С пистолой, все. Лежим. Андегле. Чего-то он сам пасть. Весь чопис. Здоровый, интересный сам. Մեկեր բանցան, առանց պամպուշտի, 60-րդ անգամից, որոգի հրաշալի էր. Հավակիր պալաջան. Ատլիչնը, կմանդիր. Ատլիչնը, կարող թե ատլիչնը. Почти хватает. Чтобы собрать остальное, надо сначала позаботиться о твоей младшей сестричке. В мастерской должен быть вентиляционный люк, который они так любят. Отнеси ее туда. Стоянный шкапиду. Петки мезит, она гонобор. Восторг был средоточием эгоизма Элеонора. При Райне каждый в городе пел гимны алчности и гордыни. Но тело не обмануть. И через некоторое время люди устали от бесплодной конкуренции. Взгляни на эти согбенные спины, вытянутые лица. Райан обидел. Ученый, живущий на поверхности, вкладывает силу своего ума в единственную удивительную идею и естественным образом возвышается над коллегами. Но, по сути говоря, художник воплощает свои идеи в образ, жаждет обратиться к публике и грезит о том, что его творение обретет бессмертие. Но паразиты говорят ему нет. Твое искусство должно служить на благо общества. Твои идеи опасны для народа. Нельзя укрыться от его света. Ты не отец! Чарим вечере. О,
ոչ կյանք ունենք, ոչ փամփուշտ համայրա։ Դա ժողային տանջանքները պետք է սկսվի էլի։ Ոչ կողմից փոշի կցկնե։ Тененбаум заставила бы тебя превратить эту сестричку обратно в человека. Ты получишь ровно столько Адама, сколько нужно для наших целей. А девчонка тебя, скорее всего, как-то отблагодарит. Однако Восторг — город высоких ставок, сынок, а в твоих руках джекпот. Тебе нужно просто захотеть забрать все себе. Ты получишь больше Адама, чем стоит один плазмид. Ты снимешь сливки. Подумай об этом. Ее жизнь против твоей. Ես սեյվերը կարանք ճարտենք զլամացին ենք, բայց կանաչի վարա է պետք տանել։ Բայքու տարոններին կանչին, վսյով վեշտեցյալ։ Սանք ծորկը կանչել, պերձում չենք ունենա։ Դրամար կդի ուշադի երինք, որ նորմալ ճարտենք էլ, երբ զլամացին ենք։ Այստեղ պետք է որոշենք էլի արդեն երեխին փրկենք, թե սպանենք, եթե սպանեցինք, սա Ադամը մեզի կուկա էլի հավաքած, եթե փրկեցինք, Ադամի կեսը կուկա, բնականաբար մենք կփրկենք։ Հիվանդ երեխա է, չփրկենք։ Փրկենք հենց այս մասի վրա, ավարտենք ժողջան։ Մի քիչ հիմար մաս ստացավ ընտանուր Արման, որ ես շատ լարվանք էր ընդեղ, որձենք նման տեսարաններ էլ չունենանք հաջորդ մասերում։ Ումեն մյուս կուպից պլազմից մենացածը կշարանագենք արդեն երրորդ մասում արդեն հաջողություն բոլորիդ։